Всем-всем-всем! Сегодня будем готовить очень необычный салат «Экселленс». Готовится он из стручковой фасоли. Первым делом и ставим ее варить. Также параллельно отварим немного яиц. Из яиц будем делать заправку для этого салата. Я их почистила, отправлю в блендер. Добавлю к ним немного масла, немного соевого соуса и буквально чайную ложку горчицы. Все как следует смешаю до однородности. Готовую фасоль в идеале обдать холодной водой, чтобы она не потеряла цвет. Также в этот салат идут крабовые палочки, я их слегка порезала. Ну вот практически и все. Осталось только заправить нашей заправкой. Салат получился просто потрясающий. Из-за фасоли он очень сочный, а яичная заправка придает ему какую-то особенную нежность. Для пикантности в заправку можно добавить немного чеснока.